2 апреля. В этот день верующими людьми почитается мученица Фатина. Она многих обернула в христианскую веру, за что трагически погибла. В народе этот день назвали Фатиния колодезница. День детской книги. Также отмечается День детской йоги. Если идет дождь, будет хороший урожай грибов. Если прилетели скворцы, пришла настоящая весна. Днем жарко, а ночью холодно. Погода в ближайшее время будет теплой и ясной. Сегодня нельзя много работать и выполнять трудные домашние дела. Не стоит начинать новые дела или планировать поездки. День ангела отмечают Сергей, Виктор, Параскева, Севастиан, Александр, Клавдия и Никита. В 1792 году состоялось установление монетных номиналов денежной системы США. В 1905 году официально открыт Симплонский тоннель длиной 20 километров под Альпами, который связал Швейцарию и Италию. В 1912 году лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. В 1958 году в американском штате Техас зарегистрировали торнадо, который развил скорость 450 км в час. В 1966 году советский спутник впервые в мире совершил облет Луны. В 1805 году родился Ганс Христиан Андерсен. В 1725-м – Джакомо Казанова, в 1969-м – Иосиф Пригожин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы узнать много нового.